Симбочка, а ты знаешь, что в Украину из Монако прилетела известная кинолог Оксана Каханич? Знаешь зачем? Оксана открыла первый официальный филиал Едок Докс Украина от ассоциации Едок Докс Монако и будет помогать животным не только в Европе, но и в Украине. Представляешь, как здорово? А еще Оксана очень хотела новый выпуск журнала «Зоодруг», и мы с тобой его ей приготовили. А также Оксана хочет лично познакомиться со всеми, кто поддерживает инициативу по созданию праздника «Всеукраинский день собак». И она уже с нами. Привет, мои дорогие! Привет, привет! Я приветствую всех, кто меня видит в нашей родной Украине. Рада видеть вас на нашей земле. Я тоже вас очень рада видеть. Рассказывайте, с какими планами вы к нам приехали? Мы приехали, потому что в Украине мы открыли первый официальный филиал от ассоциации EducDoc Monaco, которая называется EducDoc Украина. Ух ты! А чем будете заниматься? Что созидать? Мы будем помогать приютам, как мы это уже делаем. Очень большие планы на стерилизацию, проект, который уже пошел, и очень большие планы на реконструкцию или конструкцию приютов. Потрясающе! Ну что ж вы сидите? Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо еще фирменное, очень приятно. Оксаночка, вы хотели новый выпуск журнала «Зоодруг»? Ну, конечно, я за этим приехала. Отлично. А у меня есть еще и вот такой вот журнал. Вот, я помню этот выпуск вместе с вами на обложке. Потрясающе. Держите, пожалуйста. Мы с Симбой уже прочитали. Теперь, пожалуйста, знакомьтесь. Классно. Юлечка, спасибо большое за журналы. Я всегда с огромным удовольствием читаю, и мне очень приятно узнавать о достижениях людей, о мнениях специалистов и о братьях наших меньших. Во благо. Вы же еще пишете для журнала, давайте тоже об этом расскажем. Да. Как специалист из Европы, я пишу о том, что происходит в Европе в животном мире, и я надеюсь, что моим читателям это в пользу и им нравится. А мы в этом просто уверены. Симбочка, ну конечно же я помню. Друзья, мы продолжаем прикладывать все усилия для того, чтобы Всеукраинский день собак состоялся. Я вас прошу от всех четверолапых, не оставайтесь в стороне, давайте покажем сколько нас, ставьте лайки в соцсетях, мы вас всех ждем. Присоединяйтесь к нашим проектам, становитесь их частью, потому что вместе мы сможем многое. Мы от всего сердца благодарим ресторан «Як на крылах», который не в первый раз нас поддерживает и всегда рад видеть. А еще здесь очень вкусно. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Всем добра! Пока-пока! Пока-пока!